Привет всем! Сегодня поговорим об бадминтоне. Моя партнерша Наташа Перминова завоевала олимпийскую путевку в Бразилию и скоро станет, я вам скажу по секрету, олимпийской чемпионкой. Извините, пора на подготовку, пора на тренировку. Готовимся к Бразилии. Наталья Перминова родилась 14 декабря 1991 года в Екатеринбурге. Мастер спорта международного класса. Бадминтоном начала заниматься с 8 лет у тренера Валентина Фролова в Екатеринбурге. Обладательница юниорского Кубка Европы в личном первенстве. Бронзовый призер личного первенства Европы среди юниоров. Бронзовый призер командного чемпионата Европы. Серебряный призер командного чемпионата Европы. Бронзовый призер личного чемпионата России и вице-чемпионка Кубка России. В апреле 2016 года завоевала путевку на летние Олимпийские игры в Бразилию, став первой в российском женском рейтинге в личном зачете. В 2015 году закончила Уральский государственный университет физической культуры. В Самаре с ноября 2015 года тренируется у заслуженного тренера России Людмилы Карачковой, подготовившей самую именитую спортсменку в российском бадминтоне, свою дочь Эллу Карачкову-Диль, 18-кратную чемпионку России, многократную чемпионку Европы, участницу двух олимпиад. Ну, во-первых, Наташа, мы хотим тебя поздравить с олимпийской путевкой. Спасибо большое. Просто молодец. Ой, у тебя рука такая крепкая, между прочим. И я вот, честно говоря, думал, что бадминтонистов такие, знаете, как кувалда. Вот, ведь нужно держать ракетку очень крепко в руке. Не, мы ракетку держим достаточно расслабленно. Почему? Но в момент удара, ну, когда ты закрепощаешься, ты не можешь полностью сыграть более точно и свой максимум. А когда ты более расслаблен, то ты можешь лучше владеть всеми техническими элементами. Ну, в момент удара, естественно, ты бьешь с силой там совсем, но да, в основном между ударами мы расслабляем руку, чтобы лучше контролировать. Ну, давай мы еще о ракетке поговорим, о Волане и бадминтоне тоже. Ты скажи, сама-то рада, что сумела пробиться в олимпийскую команду России? Ну, я, если честно, первую, наверное, неделю я вообще еще не верила, что это случилось. Потому что я весь отбор у нас длился год. И я отставала весь отбор от своей соперницы. От кого? Из Санкт-Петербурга, Ксении Поликарповой. И вот, наверное, последние две недели все решилось. То есть я хорошо очень выступила на турнире в Таити и на Европе. Я прошла намного дальше, чем моя соперница. И какой была? На Европе я была 9-16, а в Таити я заняла бронзу. Бронзу. Вот. И в Таити тоже у меня был шанс попасть в финал. Если бы я попала в финал, то я бы уже точно добралась на Олимпийские игры, и Европа уже ничего бы не решала. Но так сложилось, что у меня был очень тяжелый матч за выход в финал из Бельгии с девочкой. Она тоже отбиралась на Олимпийские игры, и мы играли 1:20. Не было кондиционеров, было очень тяжело. Плюс 40. Да, очень было жарко, еще влажность была где-то 89%. И ты просто играешь, и у тебя из кроссовок вода хлюпает. Носки меняешь, наверное, пары две за игру, там с юбки, с футболки. И да, и розыгрыши были очень длинные, потому что у этой девочки тоже все решалось, и у меня решалось, и так вот мы бились. 1:20, это, наверное, был мой личный рекорд, потому что, ну, средняя... Ты выиграла? Выиграла. Я проиграла за выход в финал, да, и вот мне еще был шанс сыграть хорошо на Европе, пройти мне нужно было 2 тура, чтобы точно отобраться на Олимпийские игры. Я, конечно, очень переживала, хотя я знала, что у меня сетка хорошая, что я играю лучше своих соперниц. Но я проснулась в 3 утра, готова была уже играть. Ну, я не знаю, может быть, это было еще после перелета и акклиматизации, но, слава богу, все сложилось, и я отобралась. И первую неделю я, честно, наверное, не верила. Ну, я знаю, что ты отставала от Поликарповой там на 200 с лишком очков, а сейчас в рейтинге ты опережаешь ее там на 300 с лишним. Было отставание на 1300 очков. Вот после Таити я сократила это до где-то до 200, где-то так, примерно точно не буду вспоминать. И вот после Европы, да, я ее опередила на 300 очков. Но она тоже молодец, она очень много турниров отыграла, и у нее были очень хорошие игры, и она боролась до конца. Не могу ничего сказать. Но ты знаешь, ты вошла уже в историю
олимпийскую летопись самарского спорта, потому что вот уже стала участницей летней олимпийской игры. До тебя в бадминтоне, в самарском бадминтоне, участницей двух олимпиад была только Элла Карачкова-Диль. Сейчас она живет в Европе, но продолжает выступать за Россию, за Самарскую губернию. И вот так получилось, что олимпийскую эстафету она передала тебе. Мы гордимся, откровенно говоря. А ты чувствуешь себя настоящей самарчанкой? Ведь ты приехала в Самару из Урала. Вот честно сказать, я себя чувствую очень хорошо, когда я приезжаю в Самару. Ко мне все люди очень хорошо, и вокруг все. И с Людмилой Борисовной я у нее живу как дома. Я не чувствую такого, что я прям очень приезжая. То есть как бы я очень себя комфортно чувствую, и очень рада, что я приехала. А почему ты приехала? Почему ты перебралась вот из дома, из родного Екатеринбурга сюда, на береговую? У меня так сложилось, что я там с детства занималась, но у меня, получается, в 19 лет у меня тренер там умер, и тренера у меня там не было. К сожалению, я не могла найти тренера, который бы был оформлен за мной как тренер, и меня бы тренировал. То есть я там, наверное, лет 6 была одна. То есть я сама тренировалась, ну, меня привлекали в сборную, потому что у меня с детства были результаты по юниорам хорошие очень. Я уже, наверное, с 15 лет меня Национальная Федерация привлекала в состав сборной команды. Я по юношам была всегда первая, и со взрослыми меня к сборам также привлекали. Они мне, ну, очень, как бы, хорошую поддержку оказали в этот период. Вот, и как потом уже ближе к Олимпиаде, естественно, это тяжело, я одна не могу отобраться. То есть, конечно, нужен тренер, нужна как подготовка, нужен какой-то план. Тренер ее, Фролов Валентин Иванович, очень много дал для сборной, но, к сожалению, он болел и умер. И Наташа была брошенный ребенок. В Екатеринбурге она никому была не нужна. Переехала в Москву, ее взяли, но через некоторое время отказались от нее. Этот брошенный утенок-ребенок был подобран по-доброму Эллой Карачковой. И она за нее болеет. Вот сейчас она съездила в разные страны, в Бразилию, в Америку, значит, в Малайзию, в Индию, и болела. И подхватила там вирус какой-то кишечный и еще что-то там. Но девчонка задалась целой целью попасть на Олимпийские игры. Это трудно. А Элла сейчас родила третьего ребенка, которому 5 месяцев всего. И поэтому Люда, как более опытный тренер, настояла. Вот ты брось все дела и езжай, помогай Наташе. Ты ее тренируешь? Мы здесь ее тренируем. Угу. Вот брось все дела и сделай так, чтобы она попала на Олимпийские игры. Вспомни, как я тебе говорила, что нужно перетерпеть, пережать соперника, перебегать, а потом она сама будет ошибаться и отдавать партию. Элла поехала. И первая игра самая трудная была. Она вышла на игру и именно такую установку дала. И первую игру выиграла, вторую игру легко выиграла, набрала нужные очки, вот, и попала на Олимпийские игры. И все-таки вот цель оправдывает, выходит средство, да? Наташа поверила в себя и, в общем-то, как бы отблагодарила вот тренерский дуэт Карачковых и Диль, и семейство Диль, вот, выполнив главную задачу, да, свою? Да, что получается, что не напрасны были труды, потраченные на нее, и она поверила в себя. Ну вот скажи, сейчас ты чем занимаешься? Вот когда стресс снят уже, ты уже все же заказываешь билеты в Рио, оформляешь визу, как мне известно. В процессе подготовки какие турниры еще ждут, соревнования? Или будешь лежать на диване теперь уже покуривать, уже дело сделано, можно и так туристкой проехаться в Рио? Нет, сейчас не время для отдыха и для расслабления, потому что для меня очень важно подойти в хорошей форме максимально и хорошо показать мой максимум, который я могу на Олимпиаде, потому что я выступаю не только за себя, это за Россию, за Самару, я представляю своих тренеров. Я уже начала подготовку, то есть я уже в процессе, я тренируюсь, жду плана от сборной, также мы поедем в Испанию и мы поедем во Вьетнам перед
Рио. Вот. Будет очень интересно попробовать, потому что это жаркие страны, и я думаю, в Рио будет тоже достаточно жарко. В жарких условиях очень сложно играть. Для меня, я чувствую, мне всегда тяжело, я не привыкла. А ты была вообще в Бразилии? Я была. Там жарко было, да. Очень такие экзотические условия. Я играла турнир в Сан-Паулу. И я не смогла там, к сожалению, успешно сыграть, потому что для меня это все было по-новому. И последняя ситуация с этими комарами, конечно, тоже немножко так с опасением туда. А это важно. Поехать хочется ведь не просто туристкой. Нет. А ведь чего-то другого хочется. А чего хочется? Конечно, все мечтают об олимпийских медалях. Я думаю, что это мечта любого спортсмена. И, конечно же, я тоже не исключение. Но я не хочу загадывать, и я хочу постараться сыграть по максимуму, что я могу дать для своей страны, потому что я уже много получила, меня много вложили, как и со сборной, меня много возили. Конечно же, сейчас время, то время Олимпиады, то время, когда ты даешь что-то взамен, я считаю. То есть ты рассчитываешь на положительный результат? Ну, Олимпиада — такое соревнование, там может быть все, что угодно. Там любой может победить, это особый турнир. Я не была никогда, но мне наши олимпийцы, которые играли, мне рассказывали, что там совсем другая атмосфера. Ну, что тебе Диль рассказывала, Элла Диль, наша суперзвезда российского. Я еще с ней разговаривала на эту тему, насчет того, как там чувствуется. Но сейчас буду готовиться, вот эти турниры уже Испания и Вьетнам, я думаю, будут такие подготовительные именно к этому, к Олимпийским играм. Наташа, а сколько ты уже в Самаре? В Самаре я приехала на конце октября и с начала ноября. Вот, меня начали уже принимать. А как отнеслись к твоему переезду неожиданно? Вот спортивные чиновники Екатеринбурга, родители, родственники, друзья? Родители меня всегда поддерживают. И мне маме тоже очень понравилась Людмила Борисовна. И она с ней созванивается, общается тоже. Она была рада, что я нашла место для тренировок. Ну, а свою дальнейшую судьбу ты все-таки связываешь с Волгой? Или ты больше с Уралом? Я еще не знаю, я еще не планирую. Я хочу очень играть, тренироваться, пока у меня есть возможность здесь. Я очень этому рада. А дальше как жизнь сложится? Скажи, пожалуйста, а вот твой тренировочный день, он из чего сейчас складывается? Я встаю, завтракаю, иду на тренировку. Тренируюсь. Вот в этот зал, да? 2 часа, еще мы с Сашей ходим. Саша, это твой спарринг-партнер? Ну, это мой друг по команде, Таня тоже, другие ребята. Просто сегодня они были здесь, поэтому я так говорю. Они поддерживают тебя? Да, конечно. И помогают, да? Да, очень хороший коллектив, и все ребята очень добрые, все, да, только хорошие говорят. Как ты воспринял известие о том, что твоя соперница по корту стала участницей Олимпиады? С каким чувством, в общем-то, ты узнала о том, что Пименова завоевала путевку на Олимпийские игры? В первую очередь я знала, что она отбирается. Я на самом деле за нее очень рада. Но с другой стороны, на самом деле есть такое чувство внутри, что да, она попала, молодец. Но она готовилась, и она отбиралась. А у меня как бы год начался не очень хорошо, и отбор я уже пропускала из-за травмы. И поэтому мне было тяжело даже вступать в какую-либо борьбу, потому что были перемены. Одиночный разряд я уже перестала играть. Душа рвалась, а тело, конечно, меня немножко подвело. И поэтому... Но на самом деле я очень рада, что она представляет Самару, Самарскую область, и мы опять едем на Олимпиаду, это очень здорово. Чем отличает Наташу от других российских бадминтонистов? Или ей просто вот она везунчик? Я думаю, она и везунчик в первую очередь, потому что без везения, ну это любой спорт, он должен сопутствоваться везением. С другой стороны, очень напористая, очень такая целеустремленная, она будет добиваться своего, она тихо там. Как-то там ездя, она очень много турниров проехала, и чтобы вот шаг за шагом она это сделала. Твои эмоции после того, как ты узнал, что Наташа Пименова попала на Олимпийские игры в Бразилии? Конечно же, я рад был за нее. В первую очередь ее хотелось бы сразу же поздравил, написал ей, там созвонились мы. Где-то она долго работала, мы долго ей помогали тоже. Все за нее очень болели, переживали. Вот. Но это стоит отметить, что это успех не только ее, но это успех для всего региона в целом. Потому что это неплохой результат, когда игрок попадает
в олимпийскую команду. Сейчас ты будешь ее спарринг-партнером. На что в первую очередь будете обращать внимание на тренировку? В первую очередь, это, наверное, будем стараться держать скорость, игровой соревновательный ритм. Но это там уже подскажет главный тренер. А самому приятно тренироваться с человеком, который завоевал путевку уже на Олимпиаду, уже исполнил свою заветную мечту. Это достойно, то, что я предлагаю какой-то небольшой вклад, усилия, которые помогут, возможно, ей взять медаль, либо что-то. Вообще достойно тренироваться и работать с теми людьми, которые уже чего-то добились. Я считаю, что попадание на Олимпиаду – это уже хороший результат. А сможет она побороться за медаль, за олимпийскую? Ну, мы посмотрим в Рио, мы будем ей помогать и будем надеяться, что она сможет. Мы верим в нее. А вот почему ты не остался в Москве? Я знаю, тебя приглашали туда, пряники сулили, там, кабришки и так далее, и так далее. А ты вот все-таки выбрала вот Самара, не осталась в столице. Меня приглашали много куда, не только в Москву, но как-то, я не знаю, мне с Людмилой Борисовной, это как бы мой человек, мне с ней проще. Она меня понимает, как бы не со всеми тренерами ты можешь найти такой как бы контакт, и не знаю. Как-то вот иногда чувствуешь, что это не твое, и я думаю, что, наверное, не стоит. А здесь все сложилось? Ну, здесь сложилось, да, здесь, слава богу, и все получилось, слава богу, с отбором. Наверное, поэтому и сложилось, потому что здесь то, что мне нужно. Ну, и, наверное, вот. Теперь... Так в нашей жизни, наверное, так и бывает. Когда что-то не твое, то как-то оно не так и идет. А если стремишься к чему-то хорошему, то, наверное, тоже складывается хорошо. До Олимпийских игр в Бразилии остается, в общем-то, не так уж много времени. Вот сейчас упор в подготовке к Бразилии, вот на чем будет сделан? Это физическое состояние, психологическое состояние. Здесь миллион всяких нюансов, о которых вы прекрасно знаете, тем более, что вы знаете, как строится подготовка к Олимпийским играм. Вот на что? Что не хватает? На чем акцентируете внимание у Наташи? Ну, во-первых, вот я вчера посмотрел ее на тренировке, она прибавила. Она прибавила в одиночной программе, она прибавила в уверенной игре с задней линии. То есть удары стали более мощными, более скоростными. И с, так сказать, с нанесением этих болевых точек в те места, куда нужно играть. То есть человек уже с понятием, с головой. Но в то же время вот Наташа сейчас приехала, она мне говорит, у меня перевод справа не идет. Слева вот идет, а справа не идет. Вот сегодня мы... Расстроилась техника? Это бывает так, да? Перед ответственностью? Бывает, но во время проведения игр, когда ты борешься за победу, ты о чем думаешь прежде всего? Выиграть очко. То есть это скорость, это мощность, да? Это где-то то, что ты техникой не добрал, надо перепрыгнуть, да? Где ты опять техникой не добрал, надо добежать, перебежать, перекинуть, вскочить. То есть берешь на физику. Вот, поэтому и тренажерный зал мы сейчас используем, который у нас здесь есть. Вот, Сергей Анатольевич предоставил любезно. И, значит, корты. Все вы сами видите, в каком идеальном состоянии все вот это вот здесь предоставлено. Все соответствует. Скажи, пожалуйста, а вот почему ты выбрала именно бадминтон? Я не выбирала бадминтон. Почему не музыкальная школа? Меня родители провели в бадминтон, дедушка с бабушкой. Просто они спортсмены бывшие или как? Нет, я просто жила на птицефабрике, и там рядом был манеж большой, спортивный, и он был в 5 минутах ходьбы от дома, и меня бабушка с дедушкой решили водить. Мне не нравилось сначала играть, и потому что меня водили, и моим родителям больше нравилось, что я играю в бадминтон, чем мне. Ну, моему дедушке очень-очень нравилось. Он очень хотел, чтобы я играла на высоком уровне, чтобы я была мастером спорта. Он очень мечтал об этом. И я постепенно, я играла, я ходила регулярно. У меня есть такая черта, что я, в принципе, могу постоянно, регулярно делать вещи какие-то. У меня какой-то есть... Системный человек, да? Есть такое у меня, да, что у меня нет такого, что я как-то устаю или что-то. Если у меня есть, то я... В принципе, я системный человек. И потом мне стало очень нравиться, у меня стали появляться друзья, мы стали ездить по соревнованиям вокруг области, в Екатеринбурге, это мне тоже стало нравиться. Я очень люблю общаться, встречать людей новых, и как бы мне
это доставляет удовольствие. То есть душа прикипела к бадминтону? Да, и когда уже ты, ну, когда ты маленький, ты, у тебя уже много друзей, и ты там стараешься сыграть хорошо, где-то увидеться с кем-то. Такие, как какая-то юность такая, вот я не знаю, как это, игривость больше. И я, да, я прикипела уже к бадминтону, а потом у меня начало получаться, я начала выигрывать. А когда ты уже начинаешь выигрывать, и когда тебя берут в сборную, ну, ты не можешь просто так взять и уйти, и остановиться. То есть даже вот у меня тренер умер, я не могла уйти из спорта, потому что я уже почувствовала, что это такое выигрывать. У меня уже были, я уже выиграла Кубок Европы по юниорам, и была и медаль личная с Европы. И это уже в этот момент как раз вот все случилось. И, конечно, я не могла поверить, что сейчас тут все, и я должна остановиться. То есть как-то вот, как-то так. Я думаю, что ты уже знаешь историю самарского спорта, знаешь про LED-дили, работаешь с ней, готовишься с ней и так далее. Там, в Рио, ты будешь ощущать поддержку вот тех самарских олимпийцев, которые наверняка еще отберутся, некоторые уже отобрались туда. Вы будете там единой командой? Такой же, вот как здесь, в бадминтоне? Я, конечно, олимпийских... Или вся страна, вся Россия будет тебя поддерживать, вот начиная от Урала, а может быть, даже и от Сахалина до Калининграда? Я, конечно, на Олимпийских играх еще не была, но я была в Баку, и была очень хорошая атмосфера. Вообще, даже сказать, что просто в целом сборной России, то есть все поддерживают, все прям как единые. Я думаю, что будет не только, что мы только из Самары, я думаю, что мы будем все как за одну страну выступать, и все едины, и уже будет, да, больше как бы дух России присутствовать. Мне кажется, так. Ну, так мне ощущалось в Баку на играх. Ну, теперь давай приступим к необычному. Я думаю, что многие сейчас задаются, вот смотрят на нас, видят в наших руках ракетки, задаются вопросом, что же это за ракетки, такие необычные, олимпийские, ну, или это обычные, которые можно за 3,50 купить в магазине? Или за 4? Ну, за 3,50 их не купить. Это, да, это профессиональные ракетки. Они японские. Ракетки отличаются профессиональные от непрофессиональных. Я просто чувствую, вот на руке они какие-то суперлегкие. Она легкая, у нее очень легкий обод, но у нее баланс идет больше в ручку. То есть, если мы проверим вот так, то у нее будет перевес больше в ручку. Ракетки бывают разные. Бывает баланс в голову, бывает в ручку, бывает баланс нейтральный. Бывает обод другой разный, бывают ручки разного размера. Слушай, а вот он, смотри, у меня вот качается вот в сторону почему-то сетки. То ли я неправильно, а вот сейчас вот наоборот. Да, тут надо, да, поймать равновесие. Слушай, или это для каждого спортсмена можно делать, в принципе, индивидуальный заказ, да? Заказов таких индивидуально не делают. Но ты можешь, в принципе, когда ты заказываешь ракетки, ты можешь для себя подобрать. То есть разные ручки. Есть разные ободы, ты можешь попробовать ракетку, какая тебе больше подходит. Например, эта ракетка, она очень хороша, она легкая, и в ней очень хорошо играть защитные удары, сетку и более такие тонкие удары, потому что ты лучше чувствуешь. Некоторые любят играть более с балансом в голову ракеткой, от нее более удар, то есть она как будто бы, вот ты бьешь удар сзади, вот, который у нас такой самый сильный в бадминтоне, и такое ощущение, что ракетка тебе еще помогает. То есть это на вкус и цвет у всех. Да, она как будто бы баланчик еще направляет прям. Но это на вкус и цвет. Естественно, такие ракетки не купить. Дорогая? Ракетки дорогие очень, да. Вот эта ракетка будет стоить, наверное... Парная или по отдельности? Нет, одна ракетка где-то не меньше 100 евро, не меньше. Так что, уважаемые друзья, вот одна ракетка для подготовки олимпийского чемпиона стоит 100 евро. Учтите, когда поведете ребенка в секцию. Нет, ну, конечно, у нас в нашем виде спорта ты можешь купить более проще ракетки, подешевле, естественно, там и для детей более попроще, то есть и ручки, и балансы более таких, для которых только для начинающих, да, то есть, конечно, не такие цены. А вот я смотрю, и здесь и плетенка, и вот струны, и леска, да. И струны, они это какие-то тоже особые, да? Да, струны у нас тоже разные. Есть такие струны, которыми лучше играть на соревнованиях, они более тонкие. А это тренировочные? У меня, да, сейчас натянуты на соревновательные струны, потому что я была на турнирах, и на которых тянули ракетки бесплатно, и я натянула, потому что соревновательные струны, они очень дорогие.
То есть бобина у нас тоже на струны стоит там 20. Ну и, наверное, мне кажется, это нужно делать, наверное, потому что, чтобы не пропало вот это ощущение, да? Потому что раз отскок идет и удар. Но там у каждого спортсмена, у каждого бадминтониста есть своя любимая натяжка, то есть свои любимые килограммы. То есть я, например, тяну 14 килограмм, то есть мне нравится, у меня я лучше контролируюсь. Таких кто-то тянет 13, кто-то может 12 натянуть. В среднем ракетка непрофессионально для детей тянут 10-11 максимум. Воланчики тоже отличаются для мастеров и для вот начинающих бадминтонистов? Да, конечно. Воланчики у нас тоже, это прям золото у нас. Вот это золотой, ребят, вот это золотой воланчик, он действительно сколько стоит? Честно, я вот не вникала, но очень дорого сейчас стоят воланчики. Ребята, 250 рублей. Вот я знаю точно. Больше? Ну, может быть, 2500. 2500? Коробка валанов, в ней 12 штучек. Стоит, ребята, коробка валанов 12 штук. Для профессионалов. Для профессионалов стоит 2500 рублей. Вот поэтому, здесь вы не видите, вот у нас в зале пушки, в основном так валанчики набрасываются, потому что вот здесь перья, я не знаю, то ли страусиные, то ли или откуда они, от гуся? Гусиные, да. Да, гусиные. Не, но да? Мы стараемся... И они ломаются, и вот попадают вот в пушку, и поскольку проблемы с валанами, то вот... Проблемы с валанами, проблемы, да, с валанами. У нас, к сожалению, есть. Ну ничего, мы стараемся, играем этими новыми валанами игры, чтобы больше почувствовать в игровой манере с новым валаном. И более старыми валанами мы используем для тренировки. А вот в Рио ты будешь выступать со своими ракетками, со своими валанами? Нет, нет. Конечно, валаны предоставляют всегда организаторы турниров. Когда ты едешь на соревнования международного уровня или крупные соревнования, да, ракетки ты везешь с собой. И бережешь, наверное, вот как скрипку Тардивари, я так думаю, да? Да, я их всегда беру с собой в самолет. Ты их закутываешь в, не знаю, в тренировочную форму, наверное, да? Нет, я беру сумку с собой. Футлярчик, наверное, да? Как под скрипку, да? Как? Ну, я просто кладу их в свою сумку специально для ракеток. И потом при транспортировке они поочередно ломаются, ты приезжаешь. Нет, они у меня всегда с собой. Я беру с собой кроссовки, я беру с собой форму на случай того, что если багаж не прилетит, потому что мы подписываем по определенным нормативам футболки. И, естественно, если вдруг случится и багажа не будет, а такое может быть везде и всегда. Если тебе придется ждать, а тебе нужно играть, конечно, лучше все иметь с собой. Ракетки обязательно, кроссовки. Наши космонавты, они всегда белое солнце пустыни смотрят перед полетом в космос. А что ты? Я смотрю мотивирующие фильмы. Я очень люблю последние наши русские фильмы, которые вышли. Мне очень понравились книжки, я, как сказать, точно, какую я книжку возьму, как будет по настроению. Ну а как ты будешь настраиваться? Просто себе самое главное, что, выспаться перед стартом? Нет. Не знаю, выпить стакан кефира, например, там, или стакан бананового сока какого-то? Когда я готовлюсь к очень важным соревнованиям или стартам, я не сижу в интернете. Я не общаюсь ни с кем, я не даю интервью, я перед играми я не общаюсь ни с кем, то есть за час до игры у меня нет ни с кем, кроме как моего тренера, только я только могу с ней общаться, то есть как бы полностью я стараюсь, да, концентрироваться, разминаюсь, у меня разминка до игры, она около часа идет, то есть полностью вся подготовка. После игры я тоже не хожу куда-то гулять, я не хожу по магазинам, я стараюсь беречь свою энергию, потому что очень важное соревнование, и все может решаться, и вот в отборе также было. То есть я была на Таити на турнире, но я ничего не видела. Я сыграла матч последний, у нас был он в 8 вечера, потому что там были немножко сложные условия погодные, что корты были мокрые от влажности, и они не сохли. И нас игры переносили, все переносили и переносили. И экскурсия по городу не состоялась? Нет, просто я плохо переношу жару, и я не вылазила из своего номера, потому что мне плохо потом, тяжело очень играть. И я сыграла свой матч последний, и сразу же поехала в аэропорт, и я улетела, потому что мне нужно было быстрее акклиматизироваться к Европе, потому что там у меня был еще один шанс. Бывает и так, то есть... Ну, а в Бразилии мы тебе не советуем сидеть с кондиционером, потому что, ты понимаешь, кондиционеры тоже сложные беды. Я понимаю, да.
Ну что ж, дорогая, мы все-таки от всех наших спортсменов спорта олимпийской подготовки Самары желаем тебе, конечно же, побед. Спасибо большое. В Бразилии. И хочу заметить, уважаемые друзья, что это было последнее предолимпийское интервью участницы летней Олимпиады в Рио Наташи Перминовой. Так что желаем успеха тебе в Бразилии. Жму твою руку и надеюсь на олимпийскую медаль. Ну, а давай все-таки продолжим подготовку, потому что время не ждет. Олимпийское время не ждет.